Сегодня в хозяйственной корзине детский кондиционер «Вернель» 1000 мл. В «Барисе» просят за товар 109 рублей ровно. В «Абсолюте» кондиционер можно приобрести за 113 рублей. Гель для мытья посуды «Сарма» оригинал 500 мл. Магазин «Стам» предлагает цену 64 рубля ровно. В магазине «Славянский базар» средства можно приобрести за 59 рублей. 48 рублей 10 копеек столько стоит гель в «Абсолюте», а в «Барисе» средства можно купить всего за 34 рубля. Стиральный порошок «Сарма» «Горная свежесть» 400 грамм. Самая высокая цена на товар в магазине «Стам» – 51 рубль. В «Славянском базаре» – 50 рублей ровно. В «Абсолюте» средства можно приобрести за 40 рублей. А в «Барисе» мы видим самую низкую цену – 28 рублей ровно. Лак для волос «Став три погоды» 250 мл. В «Абсолюте» средства стоят 160 рублей ровно. В «Барисе» – 157 рублей 50 копеек. Гель для душа «Палмолив» для мужчин «Снежная лавина» 250 мл. В магазине «Барис» он стоит 109 рублей. Точно такая же стоимость в магазине «Абсолют».